Вроде бы автомобильная передача. Тематика сегодня сначала будет не совсем автомобильная. Все-таки не прав был старик Дарвин, что объяснил всему честному народу, что человек, соответственно, произошел от обезьяны. Обезьяны, кстати, водятся в Японии в большом количестве. Водятся они, оказывается, в Магнитогорске. А, и на телевидении они водятся. И в автомобильном бизнесе они тоже водятся. Ну, на телевидении они делают странные передачи, обезьяничая, и иногда напоминая обезьяну ту же самую с гранатой. Значит, в автомобильном бизнесе увидели, как в Тояму и Авто хорошо идут дела. Ну и какой способ привлечения клиентов. Ну, скажем так, достаточно своеобразный. И не всегда честно. Ну, об этом комментарий специалиста в конце передачи. А сейчас уже комментарий о автомобиле, который японцы не стали обезьяничать, а сделали оригинальный автомобиль. И вообще для Японии, что меня всего больше поражает, есть и существует огромное количество оригинальных автомобилей. И вот Toyota Alex. Вроде бы на таком автомобиле мы когда-то и ездили. Не так давно, кстати. Но чтобы ехать на автомобиле 2001 года с пробегом 25 тысяч километров, нет, мы еще не ездили. Где такие автомобили хранятся? Ну, наверное, в Японии, у японских хозяев, у которого не один, не два, не три, а может быть 5 автомобилей. В общем-то, Toyota Alex не нова. Это, между прочим, Toyota Corolla, да-да-да, та самая известная, проверенная и надежная Toyota Corolla, но в японском эдишене, в чисто японском издании, соответственно. А чисто японское издание – это климат-контроль, это очень много места и это автомат-коробка. И при этом это чисто японское издание по уже озвученной цене – 307 тысяч рублей. Имеет тот фарш и, собственно говоря, те приспособы, которых нет в обычной пустой Toyota, которая стоит, ну, скажем так, подороже. Соответственно, этот автомобиль выдает на гора 110 лошадиных сил ВАЗ. Как тебе там? Ну, а в остальном, конечно, это та же базовая комплектация, отсутствие магнитола. Но магнитолу вы поставите сами, в принципе, можете сюда и две динки поставить, и DVD-систему. Ну и в оконцовочке сюжета для дебилов. Я не знаю, сколько машин было в моих руках, я просто не знаю. Но поверьте мне, Top Gear в реальности курит. Все, что я вам показываю, просто продавалось. Не было ни одного автомобиля, прошедшего через мои руки, не сменившего хозяина. Вот как. Поэтому думайте, господа, кто в действительности продает ваши автомобили.